Сегодня 11 июля 2024 года. Мы в Тель-Авиве и светофор нам на перекрестке перед морем показывает зеленый. Побережье Средиземного моря, где такой вот линией идут пляжи, ну и само море красивое, бесконечное, которое уходит куда-то вдаль и сливается с небом. Светит яркое, жаркое солнце. Волны накатывают. Одна волна за другой. Как говорят романтики, нашептывает, наговаривает. И переливы такие голубоватые. Ну, может быть, легкая серость присутствует, самая-самая легкая. И вот в этот момент, в этот цвет, бело-голубые зонты для отдыхающих с такими квадратиками разноцветными разбросанными, эти оранжевые кресла, и вообще вся эта обстановка, она, конечно, ей надо быть благодарна, что вот природа и вот это место на вот это мгновение, пока здесь, забываешь, что мир, ну вот на наше вот это вот время, уже старческое время, наполнился ненавистью, подлостью, жестокостью. И это уходит в сторону. Сама природа, уголок этот уголок создан для момента, за который со слезами на глазах, ну, может быть, прожив жизнь с мечтой о представлении мира без границ.
мира, наполненного любовью. И этим сказано все. И в Тель-Авиве 11 июля 2024 года на побережье Средиземного моря мы представили себе этот мир. И где-то там вот это в душе отзывается, как жаль, что не так все, как плохо, что это у нас только в мечте. И вот так и живем, так и живем. Джон Леннон.